Всем привет! Наконец-то солнышко радует нас все чаще и чаще. Наступает долгожданная весна, поднимается настроение. И сегодня я и замечательная девочка Олеся решили поделиться с вами этим весенним настроением. Олеся приготовила очень интересный мастер-класс. Также на ее канале вы найдете и другие хендмейд уроки. Так что обязательно после просмотра моего видео загляните к ней. Итак, берем пластику мятного нежного цвета и мнем. Затем скатаем шарик. Далее прикладываем шарик к стеклышку и надавливаем, формируя круг. Дальше берем стразинку и тупую иглу. Я использую иголку для трикотажа. И иголочкой немного вдавим стразу в пластику для закрепления. Теперь все в технике лепки филигрань. Раскатываем колбаску белого цвета, отщипываем кусочек от колбаски, катаем мини-шарик и формируем лепесток, вдавливая иголкой один край. Надеюсь, было видно. И продолжаем лепить лепесточки цветка. Теперь займемся листиками. Катаем тонкую колбаску и с одного края очень острую. Дальше отрезаем и формируем по своему усмотрению. Далее уже ваша фантазия, весь принцип в катании и придавливании. Ничего сложного. А какая красота получается. Вот что получилось. Теперь ставим в духовку на 110 градусов на 10-15 минут и запекаем. Приклеиваем фурнитуру. Покрывать лаком ничего не нужно. В этом и весь смысл. Получаются более натуральные цветочки. Вот и все. Очень просто, эффектно и красиво. Теперь посмотрите видео Олеси с ее красотой. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока.